Встречайте. Поговорим, да, обсудим, да, все и расскажем. Да, вспомним.
с каких времен, когда богам-то многим поклонялись. Да-да. А так ведь саму-то масленицу сейчас жонкой наряжают, да? А ранее-то ведь по-разному думали. Думали, кто думал, что это дочь Кощея Бессмертного? А так думали, что это Мора Мальона, которая все вот зло-то в себе держит. Да-да-да. И они старались скорее ее сжечь, чтобы зло, тьма, холод зимний, все ушло. Вот. А солнышко-то вышло, вот Ленька. А знаешь, Галинка, а я вот так услыхивала. Конечно, говорят, поклонялись-то Богу Велесу, а он защищал всех домашних животных. Коровки доились, телятки отбросли здоровы. Поэтому даже где-то в Новгородской области до сих пор это отличается в какой-то деревне. Вот. А еще ты такое я слышала. Ой, даже не знаю. Ну ладно, тут все взрослое, можно и сказать. Масленица-то. Ой, говорят, что она боти не до мороза. И слышала. А кто-то. В общем, пошли мужики где-то на севере, далеко в лес. Снегу, как сегодня, наверное, было. Все устали, все промокли, все замерзли. Лезут мужики-то за дровами поехали. И вдруг, нате, в сугробе-то нога девка лежит. Толста, туда меня выше, да толще. Румяна, жирна. Да и нога. Не слыхивала, не слыхивала. Титки большущие. Мужики-то испугались, а кто-то дима. Да. Запрятались за сугроб-то. А она, коварница, захохотала, заржала. Стыда никакого нет. Закружила всех мужиков-то до обморочного состояния. Вот чего говорят. Масленица-то. Хулиганка, по-нашему. А ранее-то остров-то в это время не жгали. Ранее-то и масленичных таких и песен-то не пели. Это у нас-то, да? Это у нас-то на севере-то. И у нас земля-то ведь малоурожайная, да, потому да, что да. Съедут все же. Так и хлеба, хлеба-то много и не ростили. Где соломы-то? А деньги-то ходили по этим по морям. Да по рекам, да этим лесом, да этим промышляли, этим питались. Кормились им? И кормились этим. А они... Все, уже а конечно, наверное, надоело темень-то, да чего? А это раньше-то костры-то жгали только когда ледоход придет. На уборочках... Лето встречали? На уборочках зажгут. Весь хлам за зиму накоплен, так все сжигают. Да, у нас бабушка носила, все на горку, да. Не то, что как ныне все выбрасывают на улицу. А песни-то уже переставали петь в это время-то. И таких масленичных-то. А теми-то надоело, так ждали-то. Свету это времени, свету-то. Солнце, и солнце-то припевали? Да. Ну-ка, девки, хорошую песню солнце-то припойте-ка давай. Да, чтоб снег-то быстрее растаял. Снег-то растаял, а солнце-то показалось. Пойди, зойди.
нас ведь немножечко попроще праздновали. Но тоже праздновали. В основном это гостили ходили. Уж обязательно, как накатаются с катушечек-то. Да к тёще и к тесте зять-то должен прийти. Да. А молодуха-то как рада. Ведь а как не радоваться-то, коли как замуж-то выйдет, так и живет свекра со свекровью. Оля, тут уж ничего не сделаешь. Как уж муж сказал, я свек со свекровью, так и будет. А в этот день-то она с утра готовилась, радовалась, что к маменьке-то с папонькой-то придет. А где была ты пожалиться, то чего и скажет? Да, повойник одет, воли своей нет, кольцом скована. Вот так вот и было. Пора послушать. Да, конечно, не у мамушки ведь жить, с батюшкой-то. Лучше бы я, девушка, у батюшка жила. Ой, с утра день до вечера, войку мила. С утра день до вечера, войку мила. Ой, мила, мила, улонь, пора спать.
Тебя делала всю неделю? Я всю неделю блины пекла, каждый день дела, говорит. Да, ела. На двины крепость снежную брали, да. Парни-то на столбы ползали, да за призами, да. Да сколько катались, да с высоких, такое весело прогуля. Да, да, весело. Дела, да, молодым-то. А что, женки, опять чего делать будем? Маленько. Да? Какую? То гуляли. Да. Навеселилась девка так. Ведь всю неделю писала, да. Веселилась, не видывали дороги. Да. Да, да. А ты вот еще говоришь, катались на горках, по сборке-то ледяных заделали. А у нас были катушки раньше, называли катушки. А вот ты хотела спросить, и не спросила, я не знаю. А вот катушки-то это то, девка, мужики-то ранее, заранее заготовляли столбы-то высотяные, бурши делали. А еще, да, высокие, задерут-то высоко, да досками обколотят, да польют. А здесь в Архангельске и только стоят. Да, пошатки-то. А тут это есть катушки. А что ведь, ребята еще маленькие принесут, украсят, елки ставят, то принесут из домов, то на елочки поставят. А катается, ой, коль день на катушках-то. Молодежь-то, парни-то, свою удаль-то показать, так стоя на ногах, да какую-то тяжку-то схватят из кучи-то, да вместе-то стоя-то проедут. А господи, Кольдельна, а кричат тут же опять какие-то, Рыжиков, сувите, сувите Рыжиков! Это целоваться сзади, целовать на, да, целоваться на. Да. Да. А вот эти маленькие на Рыжиков так катались. А бежит зайко в горно стайко, несет и все зеленицу, правда.
коньки заливали? Да, зальют водой. Да и не на маленьких саночках катались, а пойдут на конюшню, да возьмут сани, да приволокут на буруту, да все маи садятся. А бува, какие еще пошабенки есть худы, а уж не выбрасывали. Вот все сянут на эти сани, то кучей, вся молодежь, да бува, как мы и постарше загребут. О, поедут, так смотрят, да пора-то долго гоняться, да все вот как кинутся. Ах уж там парни девок-то хватает, да целуют, да. Ой, вот все веселье. Ой, пошумают, и хорошо-то весело. Весело-то, веселье-то, так уж пора-то много. Вот так у нас катались. Да все сказали вы, Иванатов, конёр вороной, не вороной, не вороной. Ездила, проверила, а как бы маленько и расстроилась,
Петя порадовалась. Ой, беда, у меня девки то маются, и Галька, и Ольги. Ольга, и Муза маются. Две собаки, два волка ко мне в дом вот забрались. Беда маются девки. Те алкоголики то покой не дают. Одна Галиха в рубашке родилась. Ой, красуется девка. Ой, хорошо живет. 3 года с Евгешей то живут. 3 года живут. А плохого слова вот зятя-то не слыхивала. Уж не слыхивала, правду скажу. Не слыхивала. Да. Тихой, спокойно. Выпьем. И гонит тютка. Господи, я говорю, Галька, а где у тебя мужик? Она, не знаю, что ты, девка, пробросайся. Скорее, како пальтецо, схватю да полетю на улицу искать. Летай по улице-то. Нету, не нашла. Думаю-то захожу, а он, купанушко, где кутанко спит, на той подстилочке как свернулся калатиком, да и спит. Да, уж не слыхивала плохого слова, все хорошо. Одно только плохо. Вот 3 года живут с Евгешей-то, и 3 ребятишек. Я говорю, хоть бы с ума сошли, а 10 проживите, 10 будем. Хочешь что? Что вы, говорю, вы бывают, какие выходные заведите? И отдельно спите, как выходные, какой день, я отдельно кровати спите. Мне говорят, мужиков мало в стране. Знаете, повышайте. Чего там повышать? Да? А что, разве я могу с ихними ребятами нянькаться? Они здоровянных делают по 3 да по 4 килограмма. Господи, я не самовар, я их не могу поднимать. Да? И опять же, не все у них жить. Все хорошо, тогда не все у них жить. Значит, петь. Проведать и тех, тех поддержать. Те алкоголики-то ведь покоя не дают им. Да. Вот так вот и съездила, так и пригласила. Вот как я езжу. Так ее накопила. Накопила тогда. Всякое жизнь. Ой, Алена, сестрица, а помнишь, мы когда с тобой были маленькими-то? Нас на масляную неделю любили к бабушке увозить, да? У нее хорошо в деревне. Дедушка нам взвоз почистит, чтобы мы на саночках катались. А позади-то прясел-то было сколько. Как хорошо. А как мы любили с прясел-то прыгать, наверное, кто это помнит. Да что? Мило домой дело, не сосадешь. Да. Придем домой, то шаровары, то колом стоят, ведь у всех снегу. Бабушка не ругалась, говорит, полезайте на печь, да сушите скорее свои шаровары, тогда пойдите опять гулять. Да. А с прясел-то прыгали, говорят, так на небо, то смотрите, там ведь высоко, смотрите, в какую сторону, и какие облака величиной. Да. Просто примета есть такая на Масленицу. Да, если да. Вот в какой день, там в понедельник, допустим, или в четверг, вот в какой день увидите, что облака-то длинные-длинные такие плывут. Значит, по весны-то в такой день надо и лен такому плюсе, чтобы к урожаю-то хорошему. Чтобы длинно выросло, да? Да, да, да. Понедельник это или на какой день выпадает. Да. А ты еще помнишь, вот это тоже я запомнила. Да. Там на горушке-то катитесь, а бабушка говорит, покуда катитесь, во всю первую голову пузгу дайте. Господи, родина, пожалуйста, лен то да коноплю, то долги. Вот как раз вот в масляную неделю все и загадывали на лен да коноплю. Первое дело, вы видите, все почти в свой дом. Все гнено. Вот так вот. Так что у нас эти песни есть, Алена, запивай-ка. Ну-ка, давай. А попробуем стеночку. Давайте потом все заварим. Ничего, что мы к вам вернемся. А что, ладно, так не искусно. Смотрите, смотрите. Вот так. Чего же она спишь, чтобы к вам задолжить? Простите нас. Мы малёк одобрили, да? Потрясёмся. Я в постели, но пела гора.
встретили сегодня в таком помещении, да? Вот мы и оделись по-разному со всей области. От городских современных нарядов до самых старых. Мы, конечно, благодарим гостиные дворы за то, что они нам предоставляют вот это уникальное место повыступать. Может, они уже эти гостиные дворы много-много маслениц видели всяких. И нас тоже заметили. Так, бывает, для них исполним какую-нибудь его русскую песню, да. Не только деревенский знак. Романс, что ли? Городской романс. Кари глазки. Кто знает? Давнишний, давнишний, да. Да, давнишний, но городской. Большой парад, мужики тоже впрягались, он был весь разукрашен красным.
Царські дами в масках виходили, в наряді, ну а люд попроще наряжався ряженими і теж от прицеплялись от этому кораблю, і що, і ці повозки богаті їхали, і от такий от карнавал в Архангельске теж був, це по четвергам було, і всі теж пели, а, звісно ж, там і частушки були за лихватки, і гармошки пошли, і балалайки, у нас тоді гармошки немає. Так що у вас поєдні на частушки, то по трудовіку. По трудовіку? Ну-ка, давай вот так. Господіка. Важно. Ну, давай. Тіталі, тіралі, талі, тіталі, талі, тіралі, талі, тіталі, талі, тіралі, талі, талі, запевай, потому так песню мне запевається. Но корона вернула, рот не закрывается. Тіталі, тіралі, талі, тіталі, талі, тіралі, талі, тіталі, Да.
что у них два конца. Тот конец деревни, да другой конец деревни. Верхний до нижний. Нижний до верхний, да. Собирали середину, да мяч гоняли. А мяч только сделают из куска сена или соломы, да тряпкой завернут и гоняют мяч. Какой конец проиграл? Весь год их киломалами драстили. Вот ей нечего их проигрывать. Да. А у нас на севере это вот вовсе то кулачных, то боев мужики-то не устраивали. Ну, была по тусовке ведь. В каждой деревне конец с концом не вовсе дружат. Не вовсе в гости-то зовутся. Да. А и в городе нынче у нас тоже. Да, это да, мы еще да. Это были. Район, район и порой. А нет, вовсе-то не дерутся, не махаться-то вовсе не давают. Да. По-мирному разводит, бывает, поваляется или потускается маленько, да? И вот и опять поиграли. Как у нашего соседа, да так, 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 весела была беседа, да так, 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 журавья были и дровы, да так, 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 лукашонка заскочили, да так, 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 не видала, растворила, да так, 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 не видала, замесила, да так, 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 не видала, Oh,
Спасибо.